Помните, до 2015 года, да, местный орган власти получали деньги на ремонт дорог. А кто получал, как получал, ну как, голосовались, если ты был правильно получал, если нет, нет. А роль институциональная в чем? Что ты не даешь, чтобы какой-то мэр получал, а ты выбиваешь, чтобы местные органы власти получили обеспеченный доход. Скажите любого мэра, господин мэр, тебе что важно? Чтобы ты пошел договорился, чтобы тебе дали на какую-то дорогу, и чтобы вы договорились, что такой-то объем денег идут к местным органам власти. Вот господин Фурдуй скажет, когда в Видизвитуре мы организовали встречу Министерства финансов, Министерства транспорта, КАЛ, когда пытались разработать приемлемый механизм, вот чтобы эти деньги, вот роль организации, чтобы была договоренность, как по закону, да, по закону разделились деньги. Возьму, как в других странах, должно быть предметное обсуждение, когда ты делаешь все в рамках закона, да, то у тебя возникают проблемы. Каждый год давайте обсуждать, а 50% это хорошо или нужно пересмотреть. Это не для какой-то примарии, это для всех. Потом давайте образование. А правильный ли да, у нас подход, что дает всем? Например, в Польше 27 показателей. И идут переговоры, что вот нужно по этому показателю больше, по этому меньше. Но здесь, когда идут переговоры, не идут между одной примарией и правительством, а идет между местными органами власти и правительства. И вот мы от этого отошли, то есть Совет Европы, когда слышал, русская матрешка, у нас бюджет, когда нужно было персональный, да, индивидуальный переговор, сказали, нет, ребята, если вы считаете себя европейской страной, то взаимоотношения между субъектами должны строиться на законе.